Всем привет, ребят! Вы на канале Азык из Китая. Мы испытываем телефон от компании Lenovo S5 Pro. А здесь, потому что включается и срабатывает. Вот смотрите. Раз. Вот я не знаю. Ну, что просто, чтобы вы же глянули в примеры и фото, и видео. Привет, ребят! Вы на канале Азык из Китая. Мы испытываем телефон от компании Lenovo S5 Pro. Я надеюсь, что будет, окажется, кому-то очень интересно. У нас здесь и камера,
и софтбокс идет. Вот видите, до такой степени, потому что изменяется старт же освещение. Всем спасибо, мир. Всем привет, ребята, что видео 54 в Киеве. Вторая попытка. Что же с картинкой? Автофокус уходит, и ты ничего с этим сделать не получается. Хоть ты вверх изменяешь, ничего. Абсолютно, ребят. Всем спасибо. Привет, ребят. Видео пишется в Full HD качестве. Надеюсь, что вы звук услышали, тем более, что вот на улице, что с цветами всем полностью, стабилизацию телефона, естественно, вот нет. Если что, знаете, в чем плюс, что хотя бы картинка при видео относительно терпимо идет. Потому что при фото до такой степени шлифует лицо, что, ужас. И делает тебя здоровенными, глазами. И, знаете, ты такой, что китайцы с узкоглазой специально, чтобы больше были чуть-чуть. Так, всем спасибо. Так, снова всем привет, ребят. Мы что пишем на open камеру и смотрим, что с автофокусом. А то, видите, сток оказался вот, не работает. Стали около дерева и смотрим. Изумительно, видите? Раз или нет. Тут что-то по фокусу, я смотрю, что с телефоном что делается, что изменяется и не в лучшую сторону. Так, и снова акцентирую, что это open камера. Втапну. Снова всем привет, ребят. Снимаем и пишем на телефон компании Lenovo S5 Pro. Пишется 4K. Смотрю, что по автофокусу у нас вообще печальная ситуация. Смотрите, я втапнул и ничего не изменяется. 4K, я так понял, что у нас в конечном итоге оказывается проблема чуть-чуть. Еще раз включим и изменим автофокус. Видите? Где что все видите. Так, ребят, мы сейчас пишем Full HD и смотрю, что с фокусом здесь творятся чудеса. Я не знаю, в чем прикол. Смотрите, это сближение делаешь, допустим, тап, и ничего не изменяется. По фокусу здесь что-то в компании испортили и накосячили. Всем спасибо.